Петропавловске из-за поднятия уровня талых осадков вода зашла в 12 домов. Силами департамента по ЧС 40 человек личного состава и 10 единиц техники и акимата проводилась откачка в объеме более 1000 кубических метров. Так ситуация застала врасплох жительницу рабочего поселка Татьяну Чебикину. Затопило жилье впервые. В негодность пришла мебель и бытовая техника. Вчера откачивали. Приезжали пожарники, потом МЧС, бочки были. Вот они откачали вчера. А ночью она где-то в 16:00 начала подниматься. Ребята тут дежурили. Это первый год вот так. Первый год. А раньше как-то справлялись. Ну, вода подходила. Ну, насос кинем, справимся. Ну, холодильник накрылся, это полностью, потому что он в воде стоит. Ну, естественно, диваны, они тоже в воде. Естественно, что вот вещи там подняты, а так. За последние сутки по области с улиц и придворовых территорий населенных пунктов совокупно вывезено почти 22 тысячи кубических метров воды. В целом снега с начала зимы вывезли более 1 885 тысяч кубометров, что в три раза больше аналогичного периода прошлой зимы.